Эта спасательная операция сегодня не таит в себе опасности для ее участников. Показательные выступления в сквере в районе ХТЗ курсанты университета гражданской защиты проводят для местных школьников специально ко Дню спасателя. Парни уверяют, хоть сегодня они спасают жизни, расслабиться себе не позволяют. Спасатель закрепляется на какой-либо жесткой конструкции. Вот, и спуская свою веревку, он приходит на помощь пострадавшему и, перецепляя его к себе, к своей системе, закрепляет за своей веревки. За показательными выступлениями школьники следят с замиранием сердца. После мастер-классов могут и сами почувствовать себя спасателями. Самым маленьким в радость посидеть за рулем пожарной машины. Тем, кто постарше, интереснее подержать в руках пусть и безопасные, но боеприпасы. Курсантам и офицерам госслужбы по чрезвычайным ситуациям такой интерес со стороны молодого поколения льстит. Главный показатель — это то, что дети, с которыми мы работаем, вот даже сегодня, дети подходят, интересуются тем, что они видят впервые, тем, чего они пока еще не знают. И в дальнейшем некоторые из них приходят в наши стены, получают профессию спасателя, я скажу, не побьюсь этого слова, героическую профессию. Специально для школьников все факультеты университета гражданской защиты подготовили специальные стенды. На них будущие абитуриенты могут ознакомиться со спецификой работы спасателей и выбрать то, что им по душе. Как минимум, все ребята и девушки получают наставления по оказанию помощи во время чрезвычайных ситуаций. Во-первых, когда не нужно паниковать, нужно вывести, допустим, если пожар, нужно вывести человека, чтобы он не начал паниковать и там не задыхаться при дыме. Подобные встречи с показательными выступлениями спасатели готовы проводить хоть каждый день. Говорят, лишь бы с харьковчанами пореже встречаться в условиях реальной опасности. Денис Квартальнов, Павел Кубраков, медиагруппа «Объектив».